Не грузится. Так. Ну что ж, попробуем прописать бас на этот грув. Надо найти что-то такое оригинальное, потому что самый стандартный бас для таких ритмов это просто на вторую долю. Вот смотрите. Все здорово. Как тут быть? И то хорошо. Надо думать. Сейчас буду думать. Что качает, что меньше съедает эмоциональность в песне. Так. Еще вот такая есть штука эзотерическая в аранжировках в продакшене. Это медитативность какая-то. Какой-то транс. Это уже такая тема, о которой никто не говорит. Но все крутые музыканты и крутые продюсеры знают, что это такое, и крутые авторы. Когда в процессе исполнения песни музыкант выпадает в какой-то эзотерический транс, то ли психологическое состояние, то ли какое-то камлание шаманское, и происходит что-то помимо музыки. Вот Хендрикс с этим обладал в полной мере, и Оля, кстати, у Оли тоже этот дар есть. Это у нее, казалось бы, простые такие гармонии, 2-3 аккорда, как, собственно, у Цоя, например. Но они погружают в этот транс слушателя, исполнителя, и что-то такое между строк проникает, загадочное и привлекательное, что улавливает и делает из произведения настоящее произведение искусства. Бастет, по-моему, у нас получился вообще выдающийся.
Вот, кстати, обратите внимание, что бас-гитара тут делает практически там 80% погоды. Ритм, грув, настроение какое-то всей аранжировки задает. Бас-гитара — главный инструмент в группе. Хотя, что самое обидное, бас-гитаристов меньше всего заметно на сцене. Я же вот играю на басу, на гитаре, на барабанах, выступаю иногда на всех этих инструментах. И вот, когда я выступаю на басу, это просто какое-то сюрреалистическое впечатление, потому что я привык, что на гитаре, когда стоишь на сцене, все внимание на тебе, все на тебя смотрят, ты получаешь славу, любовь зрителей. На барабанах чуть меньше, но тоже все равно ты герой, там на тебя что-то кричат. Вот. А на бас-гитаре выходишь, когда никто вообще на тебя не смотрит, как будто тебя нет. Удивительное чувство и очень странное после гитары. Но тем не менее, знаете, что вот бас, хотя многие, даже девушки, например, просто не могут в музыке отличить, где звучит бас-гитара. Они могут, где вокал звучит, где гитара, с трудом, где барабаны звучат, могут понять. Но что играет бас-гитара, люди просто не понимают в аранжировке. А он самый главный инструмент. На басу все держится. Вот вы видели, вот ничего особенного не было. Добавили бас, и сразу пошло движение, грув, энергия аранжировки, настроение аранжировки. Так, послушаем что-то. Вот, красиво, но как бы не попасть нам в засаду того, о чем я говорил, вот этой эзотерики, чтобы нам не потерять эмоциональную наполненность песни и смысл текста. То есть мы сейчас можем идти в красивое музицирование и потерять стихи и смысл песни. Поэтому движемся дальше и делаем минималистический вариант. Минимализм у нас был просто бочка малый. Без всяких изысков, без ничего. Прорядим просто. Вот это все удаляем. Все эти поддробочки, подхлесточки. Отлично. Так, а что же нам делать с тарелками? Тарелки — это уже не модно. Тарелки — это русский рок. А куда без них? Может быть, head, а не right? Нет. Теряется волшебность какая-то, полетность. С райдом она не теряется. И размножаем все это. И склеиваем. Так. Вот, и тоже попробуем изобразить на басу что-нибудь. И посмотрим, что сделает со смыслом песни такая, такой грув. Смотрите, что творится. Например, как бы поступил русский рокер, музыкант на репетиции, что бы он сделал? Он бы сыграл вот что. Сейчас я...
как бы нормально, потому что хорошую песню не испортишь никакой аранжировкой. Но мы сразу на 30 лет назад отпрыгнули. Это совсем не модно и не интересно. А вот эта вот штука, смотрите, то, что до этого у меня нащупалось, это фактически EDM, только на обычном басу. Даже элемент какого-то R&B, хип-хопа появляется. Это модненько, это нам нравится. Сейчас я попробую это развить и подобрать. Для рыбы сойдет. И для такого грува, конечно же, надо гитарку переписывать. Сейчас тоже сделаем новый черновик. Вот видите, трудно. Все постоянно приходится переделывать. Но что делать? Зато результат будет. Так, тогда гитарку. Надо под этот бас сделать. Наверное, практически в унисон. Так, прирол два такта. Сделаем-ка мы один. Что нам два?